Всем привет! С вами Inform TV. Есть мнение, что Нелли выслушивала оскорбления Кобзона до конца его дней из-за денег. Нелли Дризина выбрала состоятельного Иосифа Кобзона из-за страха нищеты, но ей пришлось поплатиться личным мнением и чувством собственного достоинства более чем на 25 лет. Супруга Иосифа Кобзона в интервью с журналисткой Кирой Прошутинской единственный раз поделилась реалиями жизни со звездой и о том, как ей сложно было жить бок о бок с мэтром. Нелли Дризина с самого начала призналась, что выбирала себе мужа по принципу «как можно богаче». Поэтому ее выбор пал не на ухаживающего за ней молодого и бедного инженера, а на состоявшуюся звезду советской эстрады. Правда, Нелли подумать не могла, что ей придется всю жизнь расплачиваться за эту финансовую сделку. Кобзон был достаточно резким, мог запросто обидеть, признается Нелли. Он намеренно провоцировал скандалы, что для нее, как для человека спокойного, было абсолютным отклонением от нормы. Безусловно, поделать с этим жена Кобзона ничего не могла, поэтому ей приходилось мириться. Она не имела собственного мнения долгих 25 лет, и только после этого времени Нелли его заслужила. Тяжелый характер Иосифа Кобзона подразумевал и высказывания, которые он мог бросить в сторону супруги. Нелли выслушивала оскорбления Кобзона до конца его дней. Любовь, как признается Дризина, все же появилась, но через многие годы после начала брака. Цитата. «Я была слугой своего мужа. Служить для Иосифа – это честь», призналась Нелли в интервью. По жене артиста видно, что она держит обиду на Кобзона, поскольку вопрос о его изменах вывел обычно спокойную женщину из себя. Она понимает, что отдала все свои годы жизни Кобзону и при этом не смогла себя реализовать как личность, согласившись постоянно находиться в его тени. «Единственное, чего не смог сделать Кобзон – ударить ее», – так сказала Нелли. Иосиф Давыдович мог морально разбить собеседника, что и происходило с Дризиной, пока она не научилась переставать обращать внимание на выходки своего мужа. Понимая, что на кону стоит обеспеченное будущее, Нелли терпела все, отчего обычная женщина уже давно бы сбежала. Ее, вероятнее всего, сдерживало голодное прошлое, которое ей пришлось пережить из-за того, что отца Нелли посадили в тюрьму. На данный момент Нелли Дризина может уделить себе время, которого не было при жизни с Кобзоном. Она, вероятнее всего, не очень рада этому, поскольку служба Кобзону для нее составляла смысл жизни. Обретет ли себя настоящую Нелли после смерти мужа, покажет время, но поклонники легендарной пары на это очень надеются. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь им с друзьями. Не забывайте подписываться на канал. Удачи!